Ну, у нас, в общем, остается еще одно задание, которое я знаю, что мы не делали, но что оно должно быть. Я бы выпил бутылочку. И после этого у нас останется доделать только, наверное, турнир этот большой в Баклере, и можно будет дальше по сюжету продолжить. Зовут тебя там уже. Живее. Ле Пильон. Геральт, как я рад тебя видеть. Ле Пильон, трубадур, узнаешь? Привет. У меня не было случая в этом признаться, но знай, я верный почитатель. Очень приятно. Мэтра Лютика, я знаю все баллады из цикла о Ведьмаке, но чтобы мне самому так повезло... А в чем, собственно, дело? Ну, дело-то замечательное. Пропал цирюльник Жан-Луи Людовик. Ты его спасешь, а я сложу об этом песнь. Услышьте же, люди, глас песни свободной, а как спас брат добрее, ведьмак благородный. Хитрый какой. Может, сам бы и спас? Рассказывай. Так что там с этим цирюльником? Он точно пропал? Да, да. Наверняка с ним произошло что-то страшное. Жан-Луи болезненно пунктуален. Ни на минуту не опаздывает, открывая свою лавочку. Он наверняка будет польщен, если я опишу его чудесное спасение. А кто мне заплатит? А кто мне заплатит за поиски цирюльника? Я. В конце концов, такой случай предоставляется не каждый день. Но ты должен взять меня с собой. Я буду на ходу все записывать. Я согласен. Только за необычные заказы я беру больше. Понятно. Разумеется. Ой, как мало-то. Ну давай, 140. Думаю, согласится. Да разумеется, как тебе будет угодно. Он там не загулял, тот цирюльник? Хорошо, я посмотрю, что тут можно выяснить. А ты, если уж так хочешь шляться за мной, по крайней мере, не путайся под ногами. Разумеется, ты меня даже не заметишь. Салон Бродобрея вот тут, рядом. Что такое? Есть последняя строчка! А все это в честь досточтимой княгини. Там должно было быть про цирюльника и ведьмака. Причем здесь княгиня? Благосклонность великих мира сего переменчива. Сегодня все вспоминают мое выступление на турнире, а уже завтра ее светлости понадобится новая песня. И я не собираюсь упускать такой сюжет. Так что, с чего начнем? С того, что выломаем дверь. Что если кто очень злой, только очень-очень... Так резко, да? Муза, воспой ведьмака. Он какой-то нервный очень. А, даже вот так, да? Просто вот сейчас. Простите. Это очень важно. Войдем же. Княгиня. Рекламный листок. Милости просим прекрасных дам на открытие нового сезона. Внимание, только у нас. Самые модные прически севера по доступным ценам. Актуальнейшие амбре и балаяж. Забивки всякие, все. Ясно. Ничего интересного. Так. Давай осматривать. Пустые баночки из-под помады для волос, сильный цветочный запах, очень сильный. Это особый цветочный эликсир Жана Луи Людовика. Он хранит рецепт в строжайшей тайне. Похоже, эликсир у него закончился. А чего ты кричишь-то так? Тоже хотел сказать, чего орать-то так? Тебе повезло. Исключительно тупые ножницы. Как он вообще мог ими пользоваться? Эта баночка тоже пустая.
Могло бы уже хоть что-то случиться. Накал немного спадает. Накал у него спадает. Нет, давай не по порядку. Так, баночка. Эта баночка тоже пустая. Ясно, еще одна пустая баночка. Замок не тронут. Никто и не пробовал сюда вломиться. Угу. Так, записочка. Рецепт бальзама для волос. Есть ли смысл его читать? Или это опять что-то такое, не имеющее особо ценности? Да вроде ничего такого. Ну, возможно, потребуется нам, если мы будем искать его, где он есть, может, какие-то пошел ингредиенты собирать. Возможно. Ну, в общем, не буду читать, неохота. Есть у нас хоть что-нибудь? Следы крови? Крови нет пока. Вот книжка. Дневник цирюльника. Так, ноготочки, локоны, центрийский веер, релийский хвостик под платагона. В Новиграде это уже не модно. А вот тут список посетителей. Последней клиенткой была госпожа Лепомпиду. Ты знаешь какую-нибудь Лепомпиду? Да, очень милая старушка. Уже 10 лет делает прически у Жана Луи. Абсолютно безвредная. Вот здесь набросок какой-то карты. Тебе это что-нибудь говорит? Кажется, я знаю, где это. Но там ничего нет. Совершенно ничего. Только поля, луга. Кажется, я уже знаю. Я, кажется, тоже. Зараза, вскричал он лицом багровее, лишь бритвы духи нет нигде бродобрея. Не мог бы ты минуту помолчать? Кажется, я понял, что с твоим бродобреем. Ни следов борьбы, ни следов взлома. По-моему, он просто отправился за компонентами для духов. Все баночки пустые. Так наверняка и было. Он пошел за город собирать на лугу лепестки цветов. И там на него напали тролли и циклопы и сожрали мощно. Ты можешь показать это место на его карте? Разумеется. Тогда видим. Не на его карте, а на нашей карте. Показывай. Ну, он отметил. Я говорю, показывай. А, нет, смотри-ка, мы за ним пойдем. А, вот так даже? Ага. Сверкала звезда синевой в небесах. Минуты текли, как песчинки в часах. Мне так хотелось, как... И дальше за стены плющом увитые, и дальше вперед в царство мрачной стихии. Ты все так будешь комментировать? Замшелых гробниц их встречали каменья, но шли они прочь и не знали сомнения. Терпи. Ух уж эти барды. А у тебя лошадь есть? У меня вот есть плотва. Может, мне на плотву сесть? Или тут недалеко? А вот и то самое место с карты. Как-то совсем недалеко. Зараза, назад! Опа! Ух ты! У меня ничего не выпито. Давай хотя бы на отхил с урона, что ли, выпью. Ну и что-нибудь это... От яда. А, от яда, кстати, да, можно. Было? Архиспора. А, может, их поблизости еще больше? Хрен его знает.
А что тебе подсказывает твое ведьмачье чутье? Что ты хочешь вернуться. А-а-а, отличная шутка. Идем дальше. Я же знаю, что ты сможешь меня защитить. Теперь проверим другое место на карте. Мечом наш герой зарубил его скоро, повсюду разбрызгавшись слизь архиспора. Но в брюхе сыскать не сумел Бродобрея, знать кто-то другой его слопал скорее. Есть! Это корзинка Жана. Теперь мы точно знаем, что он тут был. Там он кровище, я вижу. Корзинка с лепестками цветов. Так пахла та помада. Кажется, я напал на след. Кажется, все-таки нет. Рифмоплет. Так кажется или нет? О, вот это действительно похоже на какой-то след. Да нет там ничего, тебе кажется. Следы борьбы, все-таки ты был прав. С ним действительно что-то случилось. Ты был прав, с ним действительно что-то случилось. Ух. Ну хорошо, если так. Надеюсь, что это не тролли. На них рифму почти не подобрать. Очень важная причина. И как? Ты уже нашел следы? Мы идем по ним. Ты мешаешься. След обрывается на скалистой площадке. Они спустились глубже в пещеру. Темно тут как-то. И страшно. Испугался, значит? Может, срифмуешь что-нибудь для храбрости? При Коверском дворе ни одна дама супротив вас не устоит. Так, блядь? Он там кого причесывает? Там бы турнир, как нечего делать. А барышня Вивьена уже сегодня согревала бы мою ложе. Да что ты тут гонишь, Сригаль? Что так модно? Мы в Нильфгарде, а не в этом долбанном ковере. Что он тебе сделал? Что сделал? Что сделал, что сделал? Он постриг меня под куриную гуску, так что шлем стыдно снять. Я не мог показаться на турнире. Я хотел показать свое мужество прекрасной Вивьене де Табрис. А из-за этого засранца упустил такой шанс! Я вижу, ты уже отыгрался. Это еще только начало. Я еще не решил, отпущу ли я его живым. Как-то это не совсем по-рыцарски. А как же слово чести, клянусь цаплей и все в таком роде? Клянусь цаплей, что выпотрошу тебя, если ты отсюда по-быстрому не уберешься! Ангард! Я тебя вызываю! Вы стоять! Не лезьте! Собака! Сделаем все по-рыцарски! Батюшки, батюшки. По-рыцарски они там. Муза героев сражение, где ведьмак наглецу нанесет поражение. Я тебя выпотрошу, а потом и парикмахера этого не доделаю. О, вот это было хорошо! Еще раз! Ну, сколько мне еще ждать? Ты должен победить! Я уже не стану менять скрофы! Поздно уже. Может, мы лучше пойдем? Ле Папильо, раны святого лебеды, вы спасли меня в самый последний миг. Можешь не благодарить. Жан-Луи Людовик, я полагаю? Пойдем, пока не... Тихо вы там, оба! Вот оно! Узрев ведьмака, все застыли от страха. Охальника вмиг превратил он в кастрата.
кишки натянулись, как струны на дыбе. Ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе. И славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком. И рухнул, накрывшись ногами своими, а все это в честь досточтимой княгини. Что насчет моей платы? Я планировал расплатиться с тобой в рассрочку. Назначим выплату, скажем, раз в полгода. Слушай. То есть денег у тебя нет? Я вам заплачу, мастер-ведьмак, и сто крат вас отблагодарю. Зайдите ко мне как-нибудь подровнять височки. Гад какой, а? Благодарю. Ага. Ладно. Все. Коротенький. Ну, оно того стоило в целом. Жалко, не показали, что у него там под шлемом в итоге. Да, да, да. Было бы интересно. Я думала, он после драки снимет его. И покажет. Из-за чего весь сарбор-то. А по факту мы так и не узнали. Ну все, идем играть в Гвинт, значит. Писали, что этот турнир, правда, не такой интересный, как в прошлом. Даже нет, в прошлом DLC у нас не было турнира. В основной игре. Но, типа, пройти все равно стоит, почему бы нет. Тут погрызлись, там поцапались. А в конце концов, все равно. Мушкара тут всякая. Как бы нам так быстрее-то добраться? Ну-ка. Ну, давай отсюда. Геральт, ты как-то странно бежишь, как будто меч держишь. Ну-ка. Во, теперь нормально. Эх, не будь я простым гвардейцем. То что? То вот. Сохраняй спокойствие. Да что ж ты так кричишь-то? Принять. Внезапно. Которым не бегать. А при князе Раймунде о таком и подумать нельзя было. А ты кто? У тебя имя есть. Поболтать, что ли, с тобой? Ты что-то сказал? Ясно. Родишься этаким страшилой, и ничего уже не поможет. Письмо от брата графа Манье. Приветствую, дорогой брат. Как же я рад, что ты хочешь устроить турнир, в котором игроки могли бы опробовать новую масть. По-моему, это прекрасная идея. К сожалению, я не смогу тебя навестить. Состояние моего здоровья внезапно ухудшилось. Медики не оставляют мне слишком больших шансов. Что ж, каждому свой черед. Как говорил наш отец, я прожил хорошую жизнь и ни о чем не жалею. Ну, разве что о проигранных ценных картах, которые могли бы принадлежать нам. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Не знаю, не окажется ли это письмо моим последним, потому... Хотел бы, чтобы ты знал. Я горжусь тобой. Турнир по гвинту с использованием новой масти – это выстрел в десятку. Пусть тебя не огорчает мнение скептиков. Недовольны были и будут. Такие люди, как ты, должны, однако, руководствоваться интуицией и идти в ногу с прогрессом. Где был бы наш мир, если бы мы отдались на милость людей, лишенных широты взглядов? Наверное, мы не умели бы даже добыть огонь. Поэтому держу кулаки за твой турнир. Верю, что вскоре это будет самый лучший, самый престижный турнир по гвинту во всем свете. Твой любящий брат Игорь. А вот и граф Манье. Труд облагораживает, а лень делает счастливым.
Уверяю вас, Скеллиге масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом. Так что, пожалуй, я еще подумаю. Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат. О колоде Скеллиге. Ну-ка, рассказывай. А расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои скелликских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. А другие знаменитости? Хьялмар и Керри Санкрайты, хотя и порознь. Герои Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. А как возникла идея сделать новую колоду? Все в Баклере знают, что я большой энтузиаст игры в гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира. Но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, на которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условие. Ты должен будешь играть картами из колоды Скеллиге. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш, поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиге не хуже испытанных колод. И выиграет турнир картами, которые придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим. И правда, выглядит неплохо. Можно будет поставить его на буфете. Так, а у нас что там вообще по колоде? Надо смотреть. Спасибо за предложение, но что-то я не в настроении играть. Жаль. И должен сказать, игра мастера не зависит от настроения. Впрочем, турнир еще не начался. Если передумаешь, возвращайся. Я дам тебе на пробу основные карты из колоды Скеллиге. Остальные оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. Благодарю. До встречи. Я хотела сказать, что... У нас же с картами-то не очень, с этими. И мы не ходили специально, не играли в таверны. Да. Вот он нам сейчас дал хотя бы немножко, да? То есть нам теперь нужно бежать по тавернам, собирать колоду? Да, похоже, надо собирать колоду. Геральта можно, Йеннифер, Тригалки. Нейтральные, да? Которые. Угу. Ну, они прикольные. Не, ну если они не относятся к каким-то, почему нет-то? Они хороши. Корова, в общем-то, неплохая. Эльфа сюда можно. Но здесь мало будет шпионов, конечно. На них особо рассчитывать не приходится. Я просто боюсь, что без
новых карт колоду не получится хорошо собрать. Так вот, и мне так кажется. Я об этом и говорю. Да. Да, наверное, надо идти и выбивать остальные карты, я думаю. Иначе это все немножко бесполезно. Да у меня карт отрядов даже не хватает нормально. Mm-hmm. То есть, ну, Гюнтера я могу, конечно, запихать. Туда, ну, такое себе. Вот военный дракар, да? Да, тоже надо запихивать. По-любому вот этот воин из клана Анкрайт. Лугас синий не надо. Нет, я как бы я соберу, но все-таки я считаю, что надо уделить время и собрать остальные карты. Кстати, теперь по поводу грибов понятно, которые мы... Что за грибы Мордрема? Вот они, Мордрем этот. Обращает всех берсерков в ряду в медведей. Ну, по сути, бафает. Угу, угу. Цирил можно добавить. Да, короче, давай-ка посмотрим. Я вот не знаю, конечно, я не уверен, что есть смысл все эти карты собирать. Ты можешь не собирать, конечно, и попробовать так. Нет, правильно? Я имею в виду на запись собирать. А-а-а. Вот вопрос. Как нам сейчас идти собирать или ну, записывать это все будет достаточно долго. Сколько мне еще надо? 13 карт выбить. Это будет не быстро. Я буду делать это стандартной колодой своих этих северных королевств. Так что я считаю, что лучше я это за кадром соберу, а потом мы уже вместе на турнир пойдем. Mm-hmm.